Воскресенье в Самарской области малооблачно, местами пройдет дождь, температура воздуха днем 22-26 с плюсом, ночью 20-22 выше 0. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 25, ночью 22 выше 0, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 22, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 23, ночью плюс 21, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.